Всем привет! Сегодня у мужа выходной, мы выбрались погулять, поедем в парк. Он находится далеко от нашего дома, на другом конце села. Ехать нам больше часа на машине. И сегодня, так как выходной день, в воскресенье людей будет очень много. И муж меня предупреждал, что нужно выезжать пораньше, но я, как обычно, долго собиралась. Собирала толпы детей, собирала еду с собой, так что мы выехали, как обычно, после обеда. Посмотрите, это все очередь на парковку. Это даже не начало очереди. До конца еще и тоже прилично так ехать. Я не знаю, вообще сможем ли мы сюда попасть. Будем искать, скорее всего, другую парковку. Не парковку при парке, а парковку рядом. У нас час ушел на то, чтобы припарковать машину. Сейчас мы ехали сюда. И час ушел на то, чтобы припарковаться. У нас еще есть 4 часа, чтобы погулять. Токи сумаса! Аба! Аба, бабая! Токи сумаса! Токи тумагасая! Кирилл корейский уже на достаточно таком хорошем уровне. Он может общаться и без моего перевода. Все говорит, что ему нужно. Если что не знает, то у меня спрашивают, это бывает очень редко. Вот с той стороны главные ворота. Мы зашли с северных ворот. И вот здесь вот находится парк аттракционов. Конечно же, Кирюшка захотел пойти именно сюда. Хотя тут также на территории парка есть зоопарк. Он находится в другой стороне, мы его пока что не нашли. Обед у нас по расписанию, это то, что я брала деткам, они уже вовсю кушают. Чумок паприсовые шарики, яблочки я зачистила и той же булочки. А вот муж принес то, что мы себе заказали, это донкасы, а у него чек покам пап. Ян, бокал пап. Муж купил билеты, конечно, мы с Элем будем просто наблюдать, а муж с Кирюшкой будем кататься. Здесь очень много аттракционов, и на многих из них Кирилл может кататься. По росту вот на такие вот самые страшные еще не проходит, так что я этому рада даже. А мы с тобой наблюдатели, здесь можно по 90 сантиметров, получается, кататься, а Эль 80 всего лишь. Ян! Яна! Обратите внимание на мужчину с правой стороны во всем черном, в черной шапке. Это Кан Хёнук, знаменитый дрессировщик Кореи. Он снимается в программе Кенен Хуллонада, выдающиеся собаки. Он сегодня пришел вместе со своим сыном. Мои мальчишки, как обычно, кривляются. Если честно, я уже устала их ждать. На этот аттракцион они стоят уже час. Очередь очень медленно продвигается. Thank you.
Ну а сейчас снова пришли перекусить. Кирюшка захотел сок именно в бутылке в виде мишки, а я очень хочу чурросы, это такие вот палочки. Также тут еще можно купить мороженое. Очень удобно, на территории парка есть комната для кормления. Я подогрела молоко, которое мы взяли с собой. Элька сейчас кушает. Вкусно тебе, сына? Также здесь можно переодеть малыша. Есть пеленальный столик, есть раковина. Думаю, горячая вода тоже должна быть, чтобы там ребеночка подмыть, умыть. Да, сына? Все для людей. Вот за что я люблю Корею. А здесь виртуальная реальность. Мы только что с Кирюшкой тоже посмотрели. Катались на американских горках в стиле Майнкрафт. А сейчас они выбрали что-то с динозаврами. Можно, получается, смотреть в любую сторону и будет видно. Обзор 360 градусов. Вот что они видят, отображаются на экране. Мальчишки мои накатались, я немножко устала ждать их, так как и Элька не хотел сидеть в коляске, хотел везде бегать, все трогать, и, соответственно, ждали мы очередь очень долго, и выходные, оказывается, здесь не до 6 работают аттракционы, а до 7:30, а в будни не до 6:30. Немножко неправильно поняли время. Ну, в принципе, день, считаю, прошел хорошо. Правда, сейчас еще домой не поедем. Хотим поужинать. Главное сейчас найти нашу машину. Не успели мы попасть в зоопарк. Зоопарк работает до 5 часов. Просто посмотрим, походим, что ж там есть. Внутрь, конечно, зайти мы не сможем. Я, кстати, не очень люблю зоопарки. Я не люблю, когда животные находятся в клетках. Не своей среды обитания. Мне их просто жалко. А, да, их уже завели всех. Здесь слоны обитают. Никого же нет.
Мы припарковали машину, вот только детей будет жалко. И Кирилл и Эль уснули. Посмотрите, как Элька спит. Жалко, что кресло у нас не отодвигается прям в лежачее положение. Только так в полу лежа, полусидя. Такие вот дела. Сына, просыпайся. Мы приехали. Сейчас будем кушать. Я сама, если что, поспала. И такое чувство, что я прям спала очень долго, а на самом деле нет. Так красиво. Будем кушать мяско. Столько всего приносит, и это все бесплатно. О, чапчи даже есть. Мои любимые. Круто. Андрей. Мы заказали няньмён, это холодный супчик для лета, самый раз. А Элька все просит еду, но он уже много съел, поэтому ему больше еду не даем. Счет у нас вышел на 118 000 вон,
На выходе стоит аппарат, можно бесплатно сделать себе чашечку кофе. Вот мужа, вот это вот мое. Довезла нас до дома в целости и сохранности. На обратном пути машину вела я. Ехать нужно было всего 20 минут. Не очень люблю водить в темноте. В темноте я плохо вижу. Но в целом по городу нормально вести машину, так как везде фонари, довольно-таки светло. После такого насыщенного дня мне нужен еще один выходной. Завтра детей отправлю в садик. Хотелось бы сказать, что целый день просплю, но это будет не так. Завтра мне предстоит генеральная уборка. Также я буду расхламлять наш дом. Все ненужные вещи и вещи, которые я не знала, куда пристроить, я складывала на веранду. И там сейчас просто не пройти. Нужно будет выкинуть все ненужные вещи. Кое-что отдам, кое-что продам, кое-что просто выброшу. Ну и потом, во второй половине дня, я, скорее всего, пойду к дерматологу. Еще не точно, если у меня будет время и силы, то схожу. Так как у меня на теле появилась странная сыпь. Сначала это было несколько высыпаний на животе в области ребер, а сейчас распространилась она по всему животу, перешла на грудь и ушла вниз на ноги. Не знаю даже, что это. У меня что-то похожее было в 2020 году. Это был тогда розовый лишай. Не знаю, что будет в этот раз. Очень похоже. Но не похоже, что это что-то инфекционное, так как у меня это уже неделю, и никто больше сыпью, кроме меня, не покрылся. Еля в счет не беру, так как у него атопический дерматит. Он тоже не передается никому. Ну и он и от меня тоже не заразился. Это у него уже давно. Так что завтра будет занятой день. Нужно главное отправить детей в садик, не проспать. Сейчас я очень устала. Скорее умоюсь и лягу в кроватку. Так что всем пока. Увидимся с вами в следующем видео.